Зрители Хьюстона по достоинству оценили высокое мастерство Divine Performing Arts. По их мнению, это не просто развлекательное представление. Оно позволяет более глубоко понять восточные традиции. Думаю, сегодняшнее представление – это замечательная возможность для западного общества понять, что у китайцев также есть великая, поразительная культура. Все номера очень красивы и в высшей степени профессиональны. Каждая деталь выверена и доведена до совершенства. Китайская культура распространялась благодаря шелковому пути, и вы можете видеть ее по всему миру. Некоторые чувствуют, что представление несет более глубокий смысл. Очень духовное, возвышенное. Оно действительно показало нам душу Китая. Замечательную, замечательную душу красивого китайского народа. Другие полагают, что представление способствует культурному обмену. Как и в прошлые годы, сегодняшнее представление было в высшей степени великолепным. Знаете, это такой большой вклад в распространение наших культурных китайских традиций. Концерты Divine Performing Arts состоятся в 80 городах, включая Сан-Франциско, Торонто и Бостон. NTD, Хьюстон, США.